Добрый день. Сегодня я предлагаю вам познакомиться еще с одним фонарем Claymore, а именно Heady Plus. Heady Plus – это высокоэффективный многофункциональный налобный фонарь. Имея все те же функции, которыми обладает Heady 2, фонарь Heady Plus снабжен дополнительным светодиодным элементом. Технические характеристики этой модели значительно расширяют возможности фонаря. Heady Plus имеет невероятную емкость аккумулятора для налобного фонаря – 3500 мАч, а яркость фонаря составляет 600 люменов. Такие показатели не только делают Heady Plus превосходным налобным фонарем, но и позволяют использовать его для стационарной подсветки. Даже при такой мощности этот фонарь на удивление легок, а его масса всего 104 грамм. Он представлен в трех различных цветах, из которых каждый может выбрать то, что ему больше нравится. Также в нашем ассортименте есть фонарь Heady 2, который благодаря своей особой легкости может быть предпочтительнее для активной деятельности, в то время как Heady Plus является более мощным источником света. Его степени защиты IP54 достаточно, чтобы не бояться капель воды и пыли во время дождя и ветра. Благодаря встроенному крючку и прищепке этот фонарь можно не только носить на лбу, но и подвешивать и цеплять к чему-либо. А 4-дюймовая резьба на нижней грани фонаря позволяет устанавливать его на штатив. Боковой кронштейн можно свободно отклонять в пределы 90 градусов. Это позволяет направлять свет фонаря под любым нужным углом. Одного полного заряда аккумулятора мне хватает для использования во время выходных на природе. При этом я не боюсь, что он сядет за это время. Как и у всех остальных фонарей Claymore, у Heady Plus есть различные световые режимы от стандартного белого до более мягких тонов. Кроме того, этот налобный фонарь можно заряжать через кабель USB. Проще зарядки не придумаешь. Вот и все, что вам нужно знать о фонаре Heady Plus, вашем лучшем спутнике во время любой активности на природе. Claymore. Никогда не возвращайся в темноту.